У каждого человека свое личное, индивидуальное понятие этого чувства. А у вас, Александр и Ирина, любовь одна на двоих. Перед государственной регистрацией брака прошу ответить вас. Готовы ли вы и дальше разделять интересы друг друга, приумножать свои чувства и складывать воедино все компоненты вашей любви? Прошу ответить вас, жених. Да, конечно. Ваш ответ, невеста? Да.